Так, мы на Кейп-Коде. Сегодня 12 сентября 2012 года. Искусственно выровненный канал. Да? Где? Вот этот. В котором мы проезжаем? А зачем вырыли? Вот получился Кейп-Код, получился остров. А, то есть вот мы сейчас приезжаем, этот мост попадаем на остров, да? Со всех сторон вода. Класс. На траке, кстати, удобно, ну, да, все. Чем легковой? Вот, канал. А вокруг канала дорожки, да, велосипеды. А, ну вон океан, да? На горизонте. А большой Кейп-Код вообще сам по себе? Ну да, можно по нему еще час-полтора ехать. Но час еще точно можно, да, пробить. А въезд один на него, да? А еще там есть другие мосты. Ну так же мосты, да? Да. А где ты говоришь welcome to Big Pot? Ну, большой, где такой? Мы с трески, да, переводимся? А где красиво? А вот что он стоит? Ресторан. Ресторан. А пейзажи там дальше, да? Ну, это место к океану, мы будем подъезжать. Но все равно что-то новенькое уже, знаешь, интересно. Сагамор, а мы туда едем, да, Сагамор? Сэндвич? Я вижу ее. Канал Визитер Центр. Да, мы поехали. А, мы под мост пустили. Ну да. Питер Пен в Провиденс поехал. И когда это, в каком году, не знаете, да? Большой, да, мост? И мы едем в сторону океана. Всегда поля бейсбольные.